Меня зовут Карабашева Елена. Я руководитель центра Алматы Катрин. Я мама троих взрослых дочерей, и у меня уже семеро внуков. Я нахожусь сейчас на статусе мастер Шаронской розы. О том я искала еще 2 года тому назад, я просто искала. Я даже не знала, что искала, но я искала, наверное, скорее всего, именно о томе. Мне нужна была именно сетевая компания, и чтобы был хороший ассортимент и качественная продукция. И я была прям в поисках, я заходила в интернет, гуглила, искала, и вот таким образом Атомин сама нашла меня. Я мечтала об этом, я вообще хотела быть спонсором или инвестором, или помогать людям. И у меня вот такая мечта была, чтобы создать какой-то фонд для больных детей. И на самом деле прям звезды так сложились, что вот мне дали такую возможность. И на самом деле я просто рада и счастлива тому, что у меня есть теперь такая возможность. Правда, у меня сейчас пока нет фонда, у меня нет такой большой суммы, но я к этому стремлюсь, и у меня скоро все получится. Все так начиналось стремительно быстро, что я даже не заметила того, как Атоми просто вот поглотила меня, заинтересовала своей продукцией. Очень качественная продукция, от которой невозможно просто отказаться. Хочется ее каждый раз пробовать и что-то новое открывать для себя. Хочу ответить сразу на последний вопрос. Как? Как это своим трудом? Просто своим монотонным каждый день я делала что-то, я создавала какие-то графики, план на сегодняшний день, и я достигала, каждый день я что-то делала. Это были регистрации, это было общение с партнерами, проводились мастер-классы, проводились семинары какие-то. Я старалась участвовать в жизни Атоми, старалась не пропускать ни одного семинара. И на самом деле обучение это очень многое значит. Я думаю, что если каждый человек хочет достичь какого-то уровня, какого-то успеха, непременно нужно посещать все обучающие семинары. Это много чего значит. Ну и труд, естественно, каждый день нужно что-то делать для того, чтобы получился хоть какой-то результат. И настолько меня все это затянуло, что я просто не заметила, как я закрыла мастера продаж. И все это происходило так быстро, я даже не представляла, что именно в Атоми можно достичь таких результатов за такой короткий промежуток времени. И вот совсем недавно я закрыла мастера Шаронской розы, чему очень рада. И я хочу, чтобы каждый попробовал дойти именно до этого уровня и почувствовать себя, можно сказать, на высоте. Я знаю, что моя команда может в любой момент положиться на меня. Я знаю, что они в любой момент могут прийти с какими-нибудь просьбами или с какими-нибудь вопросами, и эти вопросы могут сразу тут же решиться. Я стараюсь быть всегда ближе к команде, я стараюсь отвечать на все вопросы. Мы работаем с командой, проводим семинары. Если вы хотите изменить свою жизнь, изменить жизнь своих родных и близких, если вы хотите реализовать свои мечты, нам с вами по пути. У нас есть цель, у нас есть команда, у нас есть результаты. Вместе мы придем к успеху.